Меня зовут Яшкула Далан, мне 34 года. В июне этого года открыл крестьянско-фермерское хозяйство. 3 года назад я принял эту точку. Работал с табуном, с гуртом, с овцами. Мне помогает в этом деле мой отец Яшкула Фомур Намруевич, мой родной братишка Яшкула Геннадий. Также в этом деле помогает нам моя семья. Это моя супруга Яшкула Баира и мои дети Амур и Зула. И для вашего внимания я решил представить видеопрезентацию своего хозяйства. Мало сархла, а мын тоста. Сегодня, как никогда, она актуальна. Почему выбрал я сельское хозяйство? Ну, потому что мы просто живем в Калмыкии. Это в приоритете, это у нас в крови. Хозяйством нужно заниматься, хозяйство нужно поднимать. Государство должно помогать начинающим фермерам, таким как я, молодым, у которых есть желание, у которых есть потенциал. Ну, как-то так.